Блин, за уровень суток. Ну что, доставай. Сейчас мы рыбу замаринуем. Чизапика на охране. Какую там, вроде две одинаковые. Да, не одинаковые. Ладно. Начнем с одной, если хорошо получится, все ровненько. Да, а что? Одна не одна, я... Как это обратно в холодильник, чтобы не мешало? Надо без кишков. Да, она чистенькая. Нам ее надо теперь порезать, помыть. И я не знаю, пополам ее или будем дольками. Или целиком. Соку. Это нам. Это, наверное, замораживать будем. Ты дольками хотел фольгу? Я не знаю, как удобно. Целиком как ее, удобно? Наверное. Прям вот так вот? Ну, разрезать на этот. Напичкать ее изнутри. Ну да. Давай. Лимон там. Ножичек. Так, где наши поп-крытки? Ну мы купили, нам сразу очищенную дали, это хорошо. Хоть с кишками возиться не будем. Все, там много. Натрем ее. Все, мы ее сейчас помоем. Да, помоем, натрем ее, и пусть она чуть полежит. Да, лоток сейчас, лоток поднял. Сейчас вот лоток ее потом. А, давай лоток, доска уже не нужна тогда. Ну, да. Лимон же, да? Да, лимончик. Сквоснечный. Эту рыбину я сейчас в морозилку беру. Шкет, ты все бегаешь за зайчиком? А? Сейчас тебе тоже еще от глистов дам тебе. Он за зайчиком. Тык-тык. За зайчиком бегает. Сейчас будет еще зайчик. Тык-тык-тык. Пропустил. Сейчас зайчик будет. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Прозевал зайчика. Где-то у меня тут приправы были для рыбы. Надо вот тут на этом лотке посмотреть. Кукрума тут, кукумурума. Кукрума. Так, жопки срезаем. Жопки мы не едим. Ну, чай можно. Вот такая жара. Холодный чай можно. Перевозбудились мы, переутомились. Зира, подплох, наверное, лагман. Так, ну что, лимон у нас готов. Подплох, наверное, еще один. Тут, не знаю, может даже вот эта рыба в перемешку. Кукрума. Вот это плов, вот куркума. Это куркума. Куркума, да. О, вот она, рыба, наверное, нет? Да. Да? Ну, рыбная, я помню. Так, ну что? Что? Еще солишку надо, Юр. Соль вот. О, возьмем, посолим. Так, лимончик у нас пока в углу, пусть маринуется сам в себе. Может, брюхом ее к себе повернуть? Вот. Рыба какая-то жемчужная. Да, называется жемчужина. Так, ну надо, чтобы солюшка впиталась. Да, она впитается. Рыба хорошо все берет. Прав совсем убираться не хочет.
Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Сок уже дает. Да, и вот она, сейчас мы ее плотно закроем, и она в этом соку будет мариноваться. Брюхо маловато. Нормально. Куда ты вылетаешь-то? Подушечку положить, да, да. Под голову, да? Да. Селедка под головой, под подушки. Так, ну на самом деле можно и этот положить. Да, конечно, от них чего лишнего не будет. Вот и напичкал. Ой-ой. Угу. Ну, холодильник пока уберем. Нам нужен сейчас фасовочный пакетик какой-нибудь. Мы ее сейчас плотненько закроем, чтобы это все быстро впиталось. Ну, понятно. Так, это пока идет сюда. Так, где взять пакетик? Давай прям вот этот фиолетовый. Ну, сейчас прям. Только нужен. Ну и в холодильник ее. Да, и уберем в холодильник. Кто грызет меня там? На часик. Она быстро. Да, рыба быстро впитывает. Ну все. Убираем. Потом что, на мангал, да? Да, потом на мангал. Так, что у нас? Чуть-чуть батарейку выключили сверху. Можно приступить. Мы так. Тем более кимарнули чуть-чуть. После... Приуныли. Демон. Решили полежать. Да, полежали так, что кошмары снились. Хорошо, Юра вовремя проснулся. Да, да. А что мы потом ночью будем делать? Нет, там. Ну, вот это вот хорошо. Да, это, ну, чтобы отгораживать огонь потом. Удобно, да? Да, раз пододвинул, поставил. Там огорит, тут. Это ты придумал? Нет, это придумали за меня, но. Нет, я просто, ну, первый раз вижу. Перегородка очень удобна, кстати. Первый раз вижу такую удобную перегородку. Не, а что здесь горит, чтобы не горело? Да, да, конечно. Там раз, костерчик, тут угли. Это вот я заказал, она отдельно шла, ну, в комплект. Блин, вот у меня отец. Да надо разорвать. Прям, не-не-не, вот. Да, ты говорил, как ты там дергаешь за одну веревочку, и она вся распотрушилась, да? Да. Вон он тут, это вот вообще профессионал по этой херчи. Ну, посадим повыше. Нет, там много соплей. Надо знать правильный узелок. Ну, короче, мы сейчас до ночи будем развязывать. Ну, я думаю, мы успеем. О, и все. Все. Открыто. Обалдеть. Так, это сюда, чтобы мы не потеряли. Давай лучше в печку мы ее потеряем. Давай. И пусть она потеряется вон там. Юр, а мы спички взяли? Да я сейчас все принесу. Ну ладно. Так, прям вот на эту вот, да? Да, сыпь, сыпь. Так, ну нам, в принципе, нужен уголок. Мало, мне кажется. Ну, пусть лучше много, чем. А обычно его еще, значит, разрезают, я знаю, что последний. Да, просто ставят его туда. Положили, поджигают, пакет. Да что туда, и бумага как раз. Бумага, и он загорается уголь. Да. Что-то одна пыль пошла. Это уже мы, походу, играемся. Там вообще ничего не осталось же. Осталось, там половина. Угу. Половина чего? Пакет. Угу. Там вообще еле на дне. Так, где-то тут я видел совочек. То есть, сволочь. Какие у нас угли большие. О. Ну, распределяет. Пусть они большие. Да не ломает. Сейчас больше разлетится по огороду. Ну, кстати, уголь полезно, как перед этим. Давай выпьем тогда сейчас.
активирован уголь. Раз полезен. Вот, поливай, пусть впитывается пока. Я сейчас принесу это. Давай вон эту старую, этот, что там есть. Тут? Не, вот, вон, внизу стоит такая же бутылка. Поливай угли, пусть они пропитываются. А тут осталось даже? Ого! Ничего себе. Ну, от печки чуть. Все, она ты открыл, открыл. А, ну, вообще открыл. О, пусть дым идет. Сейчас начнет трещать наш угли. Как будто костер уже горит. Пусть пропитывается, он трещат. О. В помойку. Потом я вот пока вниз пусть трещат. Сейчас я даже. Так, а помойка? Ага, вон там у нас. Да. Все, теперь надо со спички нести, разжигать. И можно рыбку доставать. Сейчас я. У меня есть это. Зажигалка. Горелка сейчас. Ну что ты вынес ее сюда, игрушку-то? Морда. Не для меня цветет весна. Не для меня. Сейчас мы поставим. Сейчас мы казачью песню. Не для меня цветет весна. Вот такой костер. На этот раз мы его с тобой прям вовремя подожгли. А в прошлый раз мы прям подождали. В прошлый раз два дома сгорело. В прошлый раз деревня сгорела. Хорошо, мы были не у себя дома. Это точно. В прошлый раз мы просто переждали слишком много и вот это вот что-то. Решетку вот эту на эту большая. Вот эту большую. Вот большую, да. Я думаю ее прям полностью в фольгу завернуть. А потом и вверх тоже фольгу завернуть. Пусть она обгорит сейчас от травы, от паутины. Нам ее надо будет и вверх, и низ в этот фольгу окунуть, чтобы переворачивать рыбу можно было. Но. Чтобы оттуда сок не вытекал. Она, мне кажется, вот так вот поперек. Вот так. Ну, конечно. Вот так вот ее по кругу. Вообще. Потому что она крупная. По кругу. Ну, по кругу. Мне кажется, это мало розжига. Думаешь? Ну, трещит пока. Не, ну еще ты рано, он еще не захватил, не подхватил. Тогда он потух. Ладно, есть запасной. Да, да, там чуть-чуть было. Поливай, поливай. Поливай, поливай. Ну, все, пусть он сейчас чуть-чуть. Трещит, трещит. Ого. Пусть горит. Гори, гори, моя звезда. Кому на остановку? Блин, как же красиво угли горят, да? Сипушите? Да. Ну зачем ты его? Ну, чтобы он прям огонь вниз. И снизу вон, видишь, уже разгорается. Ладно, будем ждать. Берем рыбу, рыбу, рыбу. А фольгу дом, наверное, завернем, да? Завернем дом, все приготовим. И туда уже пойдем готовые. Так, а фольгу, а куда мы ее положили? Она на столе, на кухне. Боец! Вот он, помощник. Свет включаем. Каюр скучает. Каюр скучает. Ой, арбузик сразу запалили. Да, он уже запален давно. Так. Узбекский. Фольга. Рыба в этом. Холодильник. Водки. Так, ну что, фольгу мы приготовили. Приготовили фольгу. Так, соку мы сейчас попьем у костра. Нифига там костер. Ну, прям обкостришься. Мы ей дали больше времени. О, как пахнет. Чем? Лимончиком. Лимончиком и рыбкой. Юр, я знаю, что еще думаю? Нам нужен... Что? Нам нужен помидорчик один. Мы его сейчас добавим сюда для сочности. Ну, открывай холодильник в первом ящике. С левой стороны вытаскивай, там лежат овощи. Мы за эти дни даже ни разу салат не поели. Да кто за эти дни хоть что-то ел? Красота. Такую жару.
Да, пахнет прям. Ну да, лимоном. Так, этот у нас опять прыгунчик вылез. Мы отправим обратно. Так, это иди сюда. Это иди сюда. А кто сегодня дежурный на кухне? Да, я. Первый ящик внизу. Вытаскиваю ящик. Нет, ну открой холодильник. Ящик не в холодильник. Они внизу только там. Закрывает холодильник, а вот у меня ящик снаружи где-то. Во. Так, это, наверное, слишком большой. Да и хватит что. Ну, вроде поменьше. И огурец? Огурец нет. Огурец. Тихо, кто там у меня? Ты кто там, друг? Лежит он там вокруг. Так. И что, ты хочешь тоже туда их напихать? Да, хочу напихать. Помидор он не повредит. В любом случае он придаст свежесть, вкус. Угу. Он придаст в любом случае вкус и не даст сгореть рыбе, потому что мы делаем ее первый раз такую. Ну да. Ну что, откроем, там будет черная рыба. Будет у нас. Активированный уголь в помидорах. Ну а что, ни разу я активированный уголь в помидорах ни разу не ел. Сейчас поедим. Нет, щука была. И... Можно будет и овощи потом кушать, они будут какие-то такие пряные. Ну да. Так, это сюда. Это солить сюда. Будешь? Это... Ой, лаваши. Угу. До темна успеем? Да, я думаю, успеем. Ну вот была бы вот зима, не успели. Второй день без 15-7 стоит, часы стоят. Кто бы зарядил батарею. Так. Получается. Не для меня. Не, аккуратно. Не для меня. Сразу бьется. И сердце. Что ты делаешь? Как ты рвешь? Ядрёно вошь. Сразу видно, рука профессионала. Как будто всю жизнь поваром отработал в крутом ресторане. Так. Ну, заготовочка у нас готова. А как же лимон сгорит? Не будет он гореть там, ничего рыбе не даст, ничего. Угу, понятно, как я завернул. Да. Как-то надо получше, что ли. Расправить ее. Туда прям поглубже. Захлёст надо, конечно. Видно, что в Ашане упаковщиком не работает. Блин, надо приехать обратно на работу, уволиться и пойти попробовать обязательно. Да. Во. Ну, я думаю, ничего не должно случиться, потому ничего. Что она будет зажата. Все, в решет. Пойдем? Пойдем. Ты с нами, друг, охраняет? Пойдем, помощник. Будешь охранять. Идет, смотри. Конечно, идет. Он боец невидимого фронта. А решетку мы убрать забыли с углей. Да, сейчас. Сейчас мы загорим. Зато она обгорела. Не, она сейчас быстро рыб приготовится. Ну, если бы она у нас была дольками, она бы быстро приготовилась. Ну, а этих углей хватит. Теперь надо это... Углей-то хватит. Стряхнуть надо это. Не, пусть остывает. Сейчас мы белую мглу. Улетит она. О, снег пошел. Да, да, да. Сейчас надо помешать. Куда ты кочергу дел? Вот она. Её прям как супчик мешает. Как чего? Как супчик. Супчик, супчик, супчик кучерявый. Равномерно, чтобы было. О, жар будет. На таком жаре она будет пыхтеть, дай боже. Ой, как жарко там. Что ты, не уплывает она там? Не-не, не жила. Так.
Давай-ка мы ее с этого боку поставим. Не для меня. Не горячая? Теплая. Ёкарный баба, теплая. Ну, по-китайски. Что-то там все равно там жарко. Давай, ты ее прям можешь держать, она, в принципе, рыбка не тяжелая. Ух ты! Я тебе говорю, она полежала очень нормально, обгорела. Как бы ее взять-то аккуратно? Трепанщичку надо, тряпочку. Сейчас. Я-то ее сгрузить-то вот сгружу. Все, отлично. Ну и... Во, кровушка. Так, ну ее надо теперь... Теперь надо решетку. Вон она влезает большую. Ай! Ай-яй-яй. Вот есть тряпки дома. Кому вот идти, да? Все плени. Так, не, наверное, на самом деле. Самый верхний, наверное. Давай ее поставим дальше. Да, вот так вот. А кто? Ты можешь ее вперед подвинуть туда? Рыбку? И она посередине. Чуть-чуть бы ее посередке туда, да. О. Самую верхнюю. Зажим. Так, стой, она горячая. Да не денется она пока. Не, ну а потом вообще не нагреется, мы вообще не оденем. Че? Снимаешь уже? Друг, я тебе сейчас вольер отнесу. Там прохладно сейчас будет. Да, я смахну этот пепел белый. Не-не-не, нормально. Не, убрай. А, она сразу в фольге не налетит. Конечно. Все. Ну, ставь. Ну, с Богом. Давай. Погнали. Так, огонь. Там нормальный огонь. Все, что свет хочу. Помп. Вот, ну все, ждем. Я не знаю, сколько мы будем ждать. Я думаю, сейчас по 10 минут с обеих сторон подождем, а потом сделаем надрезик и посмотрим, что там вообще. Она должна быстро, рыба. Быстро, да. Рыба быстро должна. Все, а это сколько времени-то? У тебя телефон где? Телефон, сейчас я принесу. Засекай время, давай по 10 минут. Карапуз. Рыба на углях. Носится. Да, еще какой. Так, ну что, тебе ножик? Да, ножичек. Ну, ножик. Я думаю, как бы нам аккуратно проверить. Есть идеи? Как аккуратно проверить? Я думаю, проткнуть просто, нет? Насквозь. Если будет, ну, если прям мягенько проткнется, тогда готово. А если будет. Но прям... моя дырка, тогда уже кайф не тот, то уже все потеряем. Да? Конечно. Что же нам делать? Это какой раз она стоит? Второй по пять? Стороны. Ну, с каждой стороны. Я уже сбился со счета, но каждые 5 минут я прям переворачивал. Я прям засекал. Ну сколько раз? Время. Когда первый раз поставили? В 37 минут. Сейчас 56. Да. Ну давай посчитаем. На полчаса по-любому, наверное, пусть она подготовится. Как раз сейчас будет уже готово. Это было каждые 5 минут, теперь каждые 2 минутки мы переворачиваем. Нас уже комары съедают потихонечку. Ну да. Дома потом еще придем, да посмотрим. Нет, ее можно всегда завернуть обратно и протыкать не надо. Да. Да, я на самом деле первый раз в фольге что-то готовлю. Обычно мамка что-то готовит. Я смотрю за этим. Прохладно.
Что, все? Так, ну она очень горячая. Куда ее класть? Ничего не поджечь. Давай ее опять в этот поддон. В этот. Нет? Свалим ее туда. Нет? Сваливать. Ну а на что мы ее положим? Ну давай сваливаем. Или на доску положить ее, и все. Не, руками мы не возьмем. Давай на доску. Ну на доску ее положим. Или доску в противень вот в этом. Он не влезет. Влезет. Да не влезет. Он оранжевый. Че оранжевый? Он оранжевый влезет. Почти. Все, 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 она очень горячая. Я понимаю. И хвост. Брык. Все. Ой, ой, ой. Так, это я понес на улицу? Ну да, тут бардак. Пусть она, наверное, дать остыть ей. Блин, какой бардак. Все посыпалось. И это чернота. Кошмар. Пусть останется вообще очень горячая. Что, давай попробуем распаковать. Блин, какой она, блин, вообще. Ну это фольга. И смотри, потекла, это сок потек. Сейчас мы тут все забьем, наверное. Слить чуть-чуть. Даже застывает. Помидорчик уже. Так, сейчас перевернем. Открыли. Ой, запах какой прям. Ничего, ничего. Ну, после лошадей вообще ничего, ничего. Седалище болит. Вареное получилось? Угу. Не дожали, наверное. Говорил, надо было больше, наверное. Она только начала. Хотя он черненько чуть начал появляться. Шкурка-то вкусная, которая поджарилась на фольге. Так, еще тарелочку. Какой он? Он большой есть только. Да, сейчас самый большой. Потрахаю. Так, помидорчики. Блин, она разваливается вся. Разваливается? Угу. Ну вот, видишь, значит, готово. Так, я думаю, прям порезать и туда положить, даю. Че? Ножом взять разрез, он сам. Так, где тут нож помыл? Чего ты хочешь? С хвоста начать. Она проломится, да, все. Продавлю просто, да и все. Дави, дави. О, там с лимоном. Лимон надо вытаскивать, мне кажется. Да, да, лимон надо вытащить. Ай, ой, ой. Thank you.
Блин, ну пахнет достойно на самом деле. Я думал, не будет такого. Развалится лопатка. Так, и эту, наверное, пополам. Это отдельно положу. Крючок. Ладно. Все укладываем. Ну, она развалилась, все. Ну слушай, ну костей вроде нету. Ну он сказал, что. Ну вот какие-то кости есть все равно. Ну такие крупные. Ну да. Ну, пробуй. Да. Ты у нас дегустатор? Да, конечно. Брюшко попробуем. Ты сразу скажешь, вкусно или невкусно? Дай мне вилочку там. Да, вилочку. Брюшко-то будет вкусное, жирненькое. Лимончик, специи. Все будет вкусно. Ну как? Чем-то по мясу напоминает карась какой-то. Карась без костей, да, какой-то? Ну такое вот мясо. Ну, белое мясо, но как такое, не знаю, что. Обычная белая рыба. Вареная. На углях. Поджарить бы ее надо было, конечно, дольше. Она только пыхтеть начала в соку. Значит, дольше надо делать. Вот и все. Все, приятного всем аппетита. Будем кушать. Съедим.